с основания футбольного клуба «Шериф». Насколько я знаю, вот предысторию, президент очень мечтал о том, чтобы клуб «Шериф» попал в Лигу чемпионов. Ну и города Тирасполь, всех тираспольчан, можно так сказать. В последней игре, когда мы играли в Загребе, с «Динамо Загреб», сыграли 0-0. Ну, эти слезы настоящих мужиков, можно так сказать, это действительно слезы радости были. Как я говорил, мы в сказке, мы действительно в сказке. Мне очень хотелось бы, чтобы эта сказка как можно дольше продолжалась. Я думаю, мы заслужили этого. Меня этот клуб сделал футболистом. И благодаря то, что я имею сейчас в своей жизни, это во многом благодаря этому клубу. Это наш стадион. Здесь зарождался наш футбольный клуб. Стадион с большой историей. Сюда я приходил с отцом, здесь я подавал мячи взрослым командам. И здесь я сыграл свой первый матч за футбольный клуб «Шериф». Довольно большая работа. За 24 года проделано колоссальный труд, колоссальная работа клуба, менеджмента клуба. Но постепенно, наверное, амбиции, цели клуба были максимальны, поэтому мы и пришли к тому, что сейчас имеем. Мы туда едем? Добро пожаловать, Лига чемпионов, Тирасполь. Это история, которая будет на всю жизнь. Добро пожаловать, Интер Милан, Реал Мадрид, Шахтер Донецк. Мы вас тут ждем. Ебать. Варум? Сумка. В создании вот этой команды, я бы сказал, не команды, а семьи. По сути, интернационал Европы, Африки, Южной Америки, Латинской, то есть весь мир. No lo pensé dos veces y de una me decidí por venir aquí al Sheriff. De puta madre, tío. A tope. Vamos. Creo que este semestre me han escogido como capitán. Creo que ven en mí un líder para el grupo, para apoyar a mis compañeros dentro y fuera de la cancha. Сейчас мы разделимся на две группы. Separate in two groups. Hey! Hágalo. Ahí está. Самое важное – найти общее и этим общим объединить. Философия проста – не обманывать футбол, любить его и как можно больше работать, работать и еще раз работать. Я думаю, что это не последнее наше достижение. Мне бы хотелось так думать и верить. Шериф line up in Group D alongside Inter, Real Madrid and Shakhtar, who they welcome to Tiraspol on match day one.